Партия Геннадия Труханова и Геннадия Кернеса будет создаваться на базе политической платформы «Доверяй делам». С партией «Відродження», которую представляет мэр Харькова, также идут консультации, как и с рядом влиятельных представителей местного самоуправления. Я хочу, чтобы Одессу услышали. Мало того, для меня это очень приятно, что впервые партия с одесскими корнями имеет шанс сегодня зайти в парламент. Достаточно серьезный шанс. И мы обязаны им воспользоваться. По крайней мере, я об этом буду просить одесситов и рассказывать. Также городской голова прокомментировал слова украинского олигарха Игоря Коломойского об оказании консультативной помощи этому политическому проекту. Мэр Одессы ответил, что бизнесмен имеет влияние на новую политсилу по линии партии «Відродження». Партия «Відродження» ассоциировалась и с Игорем Валерьевичем, его контакты. Это его право консультировать, либо не консультировать, помогать или не помогать. Я вам скажу, что на сегодняшний день для достижения цели и для того, чтобы Одесса продвигалась вперед, я готов, например, вести переговоры со всеми абсолютно без исключения.